Североморские библиотеки – любимые, востребованные взрослыми и маленькими читателями. Они имеют не только свой дух, душу, но и, конечно, проекты, ставшие визитными карточками. Изюминкой является конкурс на лучшего юного читателя «Лучик», церемония награждения победителей которого торжественно и, как всегда, сказочно прошла в Центральной детской библиотеке. Этот конкурс стал уже визитной карточкой нашей централизованной библиотечной системы, такой же, как суперчитатель года для взрослых. И это очень здорово. Специальная комиссия, как и раньше, я это для Зои Михайловны говорю, да и для всех остальных, анализирует читательские формуляры согласно положению в конкурсе и смотрит, сколько раз ребенок посетил библиотеку, это один из главных показателей, сколько книг прочитал в течение года, в каких мероприятиях участвовал в наших библиотечных, а у нас их 1650 в году. Поскольку библиотека города носит имя Сергея Михалкова, а этот год стал юбилейным, талантливому автору исполнилось бы 110 лет. Церемония награждения «Лучик» была пронизана любовью к творчеству Сергея Владимировича. На его произведениях выросло и растут сейчас не одно поколение маленьких жителей нашей страны. Победители в номинациях замечательного конкурса «Дети особые». На них должны равняться не только их сверстники, но и люди взрослые. Такая преданность и любовь к чтению книг заслуживает уважения. Ребята увлечены и делают то, что им по душе. Но иногда именно правильный выбор занятия помогает сбыться мечте. Восьмиклассник 10-й школы Александр Беличенко – победитель дважды. Саша стал участником библиотечного проекта «Советую прочитать». И прочел больше всего произведений, которые порекомендовал гость проекта Олег Прасов. Благодаря этому еще до церемонии Александр встретился с главой муниципалитета. Такие моменты остаются в памяти надолго. В номинации же конкурса «Лучик» юноша признан самым любознательным читателем. Я знаю, что тебя сегодня глава поздравлял персонально, он очень переживал, но вот тебе твой подарочек, а это еще дополнительно о нашем регионе, потому что когда ты станешь великим человеком, ты не забудешь, откуда ты вышел. Я тебя поздравляю, спасибо тебе огромное. Покорителем книжных вершин стала, по мнению жюри, Сабина Олейник. Я желаю тебе продолжать читать. Я знаю, что есть любимые книги. Есть? Да. Есть. Но не бойся экспериментировать. Впереди много-много книг, они разные. Кто-то зайдет в душу и ляжет, кто-то пройдет мимо, но они всегда оставляют след в твоей душе. В нашем Североморске есть удивительные дети. Потому что вот кто из взрослых похвастается тем, что он сменил не один читательский формуляр, если честно. Вот из нас, взрослых. Я искренне преклоняюсь перед такими детьми. Любителем поэзии признана маленькая Олеся Ващенко. Ей всего 5 лет, но стихи девочка обожает. Еще одна совсем юная участница конкурса – Алиса Пятниковская. Она посещает библиотеку вместе с мамой и стала победителем в номинации «Мал да удал». Книга действительно имеет огромное значение в жизни ребенка, особенно если ребенок дошкольник, до 5 лет, потому что в этом возрасте дети из книг узнают много слов новых, словосочетаний, они слышат художественную речь. И с каждым годом все больше и больше родителей, молодых родителей, понимая значение книги в жизни ребенка, приходят в библиотеку. Егор Сверчков стал обладателем звания «Вырос вместе с книгой». А самым вдумчивым читателем признали Валентину Камеркулову. Это тебе сладкие подарки? Но это, раз ты вдумчивая, значит, я угадала с подарочком. Там картина. Нарисуешь и покажешь нам, похвастаешься? В номинации «Виртуальный читатель» самым лучшим стал Артем Зазуля. В 16-й раз церемония награждения конкурса «Лучик» озарила своим светом зал Центральной детской и вдохновила юных североморцев на прочтение всех книг, которыми славятся фонды родной Михалковки.